опять закаляется Родины сталь. В преддверии Дня России в торгово-экономическом техникуме организовали патриотический флешмоб. По словам директора, идея пришла спонтанно, но ее сразу поддержали как педагоги, так и студенты. Мы это делаем для того, чтобы в душе каждого человека, каждого студента, каждого сотрудника, каждого гражданина России чувствовался этот праздник, любовь к своей родине, к России. Мы хотим формировать у студентов патриотизм. Один из важных элементов патриотического воспитания в техникуме – еженедельная церемония поднятия государственных флагов. В связи с праздничным флешмобом ее провели внепланово. Флаг Российской Федерации поднять! Следующими были водружены флаги Татарстана и техникума. В организации праздника участвовали студенты-активисты. Среди них Дарья Сальникова. Девушка – частый гость на различных торжественных событиях учебного заведения. Пропустить мероприятие, посвященное любви к родине, она не смогла. Потому что это, в принципе, где мы живем, это мы должны ее защищать. И, в принципе, это все наше целое. Наша страна. Даниил Савелькин, как и Дарья Сальникова, учится в торгово-экономическом техникуме. Парень считает, что патриотизм у каждого свой и выражаться может тоже по-разному. Кто-то говорит, что он является гражданином этой страны, кто-то принимает какие-то активные мероприятия, участвует в них, или кто-то заботится о них в плане экологических мероприятий и так далее. Когда торжественная часть подошла к концу, педагоги и студенты разделились на команды для участия в эстафете. По условиям первого конкурса участники должны добежать до судей и написать свое имя. Команда, которая сможет быстрее соперников перечислить всех участников на бумаге жюри, получит балл. Следующими были испытания с мячом. После активных физических нагрузок начались не менее активные танцы. Патриотическую эстафету торгово-экономический техникум планируют передать другим учебным заведениям. Елена Баурель, Нурзалятов, Новости Юго-Востока.